выпала карта храбрости. И мы сейчас пойдем делать первую медитацию. Итак, карта храбрости. Карта уша Дзентара. О чем она говорит? Через глыбу каких-то сомнений, неудач прорвался, вырос, росток из когда-то посаженного зерна. Об этом говорит эта карта. Мы передвинули массу каких-то наших ограничений и из заложенного в нами зерна и заложенной нами энергетической сущности, взяв информацию сверху, превратились вот в такой зеленый росток. Это своеобразная аллегория. А сейчас я дам медитацию, которую очень хорошо делать, когда у вас возникает страх. Убрав страх в медитации, вы убираете его в жизни. Как это работает, вы убедитесь, работая с моим календарем. Итак, первая медитация на сегодня. Закрывайте глаза, глубоко вдохните в себя и, выдохнув, представьте ситуацию со страхом. Представьте свою ситуацию, в которой вы чего-то боитесь. Конкретную ситуацию. Увидьте маленькую улитку, которую вы себя загнали, когда вы чего-то боитесь. Возьмите эту ситуацию, как эту маленькую улитку, и вытащите себя сначала оттуда своими мощными энергетическими руками. Теперь вы видите улитку страха целиком. Возьмите молоток или инструмент, который вам сейчас передали или передают, и разбейте, раскалите, уничтожьте эту улитку страха, чтобы от нее ничего не осталось, лишь порошок, мелкие кусочки. Теперь соберите эту вашу улитку совком и метлой. В некий мусорный мешок. Завяжите его красной веревкой. Представьте огромнейшую печь,
и выбросите этот мешок и совок, и метлу. Печь. И увидите, как это все сгорает. Почувствуйте на себе, на физике, как теплая волна или какая-то волна энергетическая прошла сквозь ваше энергетическое тело. Уничтожьте этот свой страх, видите, как он сгорает и превращается в нейтральную энергию. Закройте створки печи и, глубоко вдохнув в себя, выдохнув, откройте глаза. А теперь посмотрите примерно 3 дня. Если у вас есть какая-то ситуация со страхом, сделайте эту медитацию и сделайте первый шаг. Страх – это призрак, это ваш призрак, это ваш туман. Он растворяется при первом же шаге действия. С вами была Лайтланд, Ольга Бёми. До следующего дня в нашем календаре. Пока!